Мечта длиною в полвека. Именно столько детская площадка за домом номер 6 по улице Гаевского не видела ремонта. Местные жители просили, чтобы игровую зону привели в надлежащий вид. И вот их мечта осуществилась. Я когда росла, у нас тут ни качели, ни горки нормально, не было вообще ничего. То есть площадка как бы отсутствовала. Я дождалась, что у нас будет площадка. Ну, мы очень рады. Эта игровая зона вошла в губернаторскую программу по реконструкции детских площадок. И пару дней назад здесь начались ремонтные работы. Территорию уже выровняли, установили бордюры, сейчас засыпают песком и делают подложку, чтобы асфальтировать и положить безопасное прорезиненное покрытие. Затем установят новые игровые элементы и проведут благоустройство. Поставят лавки и урны. Здесь будет все предусмотрено для людей, для детей различного возраста. Самое главное, что это будут не травмоопасные элементы. Все должно быть очень красиво и хорошо. И причем не только для детей, но и для мам, для бабушек, которые будут с ними здесь находиться. Игровая зона будет соответствовать всем требованиям современной детской площадки. Здесь поставят новые столбы освещения и предполагается, что установят видеонаблюдение. Много детей вот здесь окрасится, а вечером они здесь все собираются. И бабули с ними сидят, и сами играют. Много-много. Так что спасибо. Еще на трех детских площадках Видного ожидается подобное обновление. Всего в рамках губернаторской программы в Ленинском районе должны реконструировать 6 игровых зон. А значит, мест для безопасного и разнообразного отдыха малышей станет больше. Юлия Погосян, Ольга Садовская, Видное ТВ.